Сотрудниками уголовного розыска Управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из столичного главка задержан ранее судимый местный житель, которого подозревают в мошенничестве в отношении пожилой женщины. В полицию за помощью обратилась 90-летняя пенсионерка. Она сообщила, что на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец сказал, что ее сын стал виновником дорожно-транспортного происшествия, и чтобы уладить конфликт, требуются денежные средства. Испугавшись, женщина согласилась встретиться с незнакомцем и отдала ему свои сбережения. Следственным отделом отдела МВД России по Бабушкинскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Спустя несколько часов в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Часть похищенного изъята. Имеются основания полагать, что фигурант может быть причастен к аналогичным противоправным деяниям в московском регионе. Предварительное расследование продолжается.